Приветствую всех зрителей канала Device. Залогом хорошей игровой сессии является не только мощный компьютер или ноутбук, но и полный комплект подходящих геймерских аксессуаров. Так, не последнее место в этом списке занимают наушники или гарнитуры, ведь именно звуковое сопровождение позволяет полноценно погрузиться в игровую атмосферу. В сегодняшнем ролике я постараюсь рассказать о лучших гарнитурах из разных ценовых категорий, предназначенных специально для геймеров. Как обычно, называть их цены я не буду, поскольку они могут резко измениться. Вместо этого в описании я оставлю ссылки на проверенные магазины, при помощи которых можно ознакомиться с актуальными ценовыми предложениями и сделать заказ. Также там будет лежать промокод для всех подписчиков канала. Приятного просмотра! Для удобства зрителей я решил расположить все выбранные мною наушники в порядке увеличения их стоимости. Поэтому на первом месте оказалась относительно недорогая модель Canyon Nightfall. Впрочем, несмотря на невысокую цену, гарнитура получает большое количество положительных отзывов, связанных с ее долговечностью. Подключение наушников осуществляется при помощи USB-разъема, поскольку в них присутствует собственная звуковая карта. Длина кабеля составляет 2 метра, чего будет достаточно даже тем, кто решил поставить системный блок на пол. На кабеле присутствует небольшой блок управления, на котором находится регулятор громкости. Положение микрофона можно настраивать практически в любой плоскости, поскольку он имеет гибкое подвижное крепление. Оголовье наушников также регулируемое, что позволяет добиться идеальной посадки. Нравятся подборки лучших устройств для выполнения самых разных задач? Хочешь в числе первых узнавать новости из мира компьютерных технологий? Тогда подпишись на Device и нажми на колокольчик для включения уведомлений, и ты не пропустишь ни один новый ролик. Бюджетная игровая гарнитура Bloody G570 может покорить сердца любителей подсветки. Несмотря на невысокую стоимость, она имеет несколько групп многоцветных светодиодов и способна стать отличным дополнением игрового пространства. Однако на одной подсветке преимущества данной модели не заканчиваются. Так, 50-миллиметровые драйверы с неодимовыми магнитами способны порадовать объемным виртуальным звуком 7.1, благодаря чему получается наверняка определить, в каком месте находится враг, даже если он создает минимальное количество шумов. На блоке управления присутствует колесико, позволяющее регулировать громкость, а также кнопка мгновенного отключения микрофона. С ее помощью можно выключать его, даже если программой или игрой такая возможность не предусмотрена. Интеллектуальная технология шумоподавления позволяет избавиться от посторонних звуков, захватываемых микрофоном. Это может быть шум корпусных вентиляторов, компьютера или другие помехи, раздражающие напарников по команде. А как ты думаешь, обязательно ли игровые девайсы должны иметь RGB-подсветку, или же это пережитки прошлого? Поделись своим мнением в комментариях. Гарнитура Trust GXT414 Zamac Premium может по праву считаться одной из лучших в своей ценовой категории. Она оснащена излучателями с импедансом 64 Ом, имеющими мембрану диаметром 53 мм. Встроенный ЦАП отсутствует, а наушники подключаются к ПК или консоли при помощи обычных штекеров на 3,5 мм. Это позволяет выполнять тонкую программную настройку на стороне игрового устройства, а также обеспечивает простоту использования гарнитуры с мобильными девайсами. К слову, для последних предусмотрен сменный кабель с микрофоном, находящимся прямо на нем. Также в комплекте есть удлинитель кабеля для тех, кто не любит сидеть вплотную к ПК или ноутбуку. Из-за довольно крупных драйверов корпус получился внушительного размера, однако это пошло наушникам только на пользу, поскольку они позволяют полностью изолироваться от внешнего мира и снизить количество посторонних шумов. Также объемные чашки помогают добиться более глубоких низких частот, что также является неоспоримым плюсом. А ты уже подписался на наш телеграм-канал, в котором публикуется большое количество эксклюзивного контента? Если нет, рекомендую сделать это как можно быстрее, чтобы не пропустить интересные и познавательные посты. Еще одни наушники, лишенные встроенной звуковой карты, это SteelSeries Arctis 1. Благодаря продуманной конструкции оголовья и мягким амбушюрам гарнитура не давит на голову, вследствие чего даже спустя несколько часов непрерывного использования не возникает ощущения дискомфорта. Со временем и вовсе можно забыть, что на голове находятся наушники. В оголовье производитель вставил металлические элементы, основной задачей которых является увеличение прочности корпуса.
Такой ход позволил добиться большей выносливости без значительного утяжеления аксессуара. Микрофон гарнитуры при желании можно отсоединить, если он не нужен в текущий момент. Это будет гарантировать, что пользователя никто не услышит, даже если какая-нибудь из программ и будет транслировать входящий сигнал. Для подключения к ПК или другому устройству применяется комбинированный штекер на 3,5 мм. Если же гаджет имеет раздельные разъемы, можно воспользоваться специальным переходником, который есть в комплекте. Понравилась одна из описанных гарнитур и появилось желание ее заказать, воспользуйся ссылками из описания, чтобы найти проверенный магазин с лучшими ценовыми предложениями, доступными в данный момент. И не забудь про промокод, предназначенный для подписчиков канала Device. По мере увеличения стоимости игровая периферия приобретает все больше возможностей. Так, модель Razer Kraken V3X имеет набор фирменных технологий, значительно повышающий уровень комфорта при ее использовании. Динамики Razer Triforce помогают достичь виртуального объемного звука 7.1, а микрофон HyperClear способен досконально передавать эмоции игрока его товарищам по команде. Чтобы они не слышали посторонние звуки, гарнитура снабжена механизмом фильтрации шумов. Вес гарнитуры составляет всего 285 грамм, что позволяет не ощущать ее во время использования. Модель HyperX Cloud 2 обеспечивает весьма широкий диапазон воспроизводимых частот. При этом задача по передаче на нее идеального звука ложится непосредственно на звуковую карту ПК или консоли. В случае с компьютером пользователю придется позаботиться о том, чтобы обработкой звуковых сигналов занималось действительно качественное железо. При правильной настройке наушники способны выдавать кристально чистый объемный звук, что позволяет использовать их как во время игровых сессий, так и при прослушивании любимой музыки в форматах, предусматривающих минимальное сжатие. Стандартный кабель имеет длину всего в 1 метр, поэтому гарнитурой удобно пользоваться с различными консолями и мобильными устройствами. Если же этого окажется недостаточно, в комплекте есть удлинитель на 2 метра, позволяющий комфортно подключить ее к ПК. Наконец, закрывает мою подборку модель Asus ROG Delta S. Ее можно назвать эталоном того, как должна выглядеть качественная игровая гарнитура. Правда, и отдать за этот эталон придется довольно много. Фирменные динамики способны воспроизводить звуки в диапазоне от 20 Гц до 40 кГц. Подключение может осуществляться при помощи стандартного USB-штекера, однако для пользователей мобильных устройств предусмотрена совместимость с USB Type-C. Встроенный ЦАП от компании ESS считается одним из лучших в своем классе. Присутствует и круговая RGB-подсветка, украшающая и без того стильный корпус. На этом моя подборка лучших игровых гарнитур из разных ценовых сегментов подошла к концу. Напоминаю, что любую из них можно купить, воспользовавшись ссылками и промокодом из описания к ролику. Если мой топ тебе понравился, оцени его лайком и напиши комментарий. А чтобы не пропустить новое видео, подпишись на девайс и включи уведомления через колокольчик. Увидимся в новом ролике.